Директору оперного театра запретили ремонтировать фойе и зрительный зал, но стены уже покрасили в морковный. Надежды ученых Академгородка на собственное жилье рухнули, строить на федеральной земле не разрешили. Алкоголь, возможно, будут продавать только с 9 утра до 6 часов вечера. Новая инициатива депутатов. И новосибирцы скупают бытовую технику и электронику, пытаясь выгодно вложить дешевеющие рубли. Вы смотрите новости «Новосибирск», в студии Павел Афанасьев. Добрый вечер. Владимиру Кехману запретили ремонтировать фойе и зрительный зал оперного театра. После нашего материала о том, что из партера вынесли все кресла, Управление по охране объектов культурного наследия провело проверку и выяснило, ремонт начали без разрешения. В данном случае, как бы, да, управление выдано театру предписание постановки всех работ по внутренних работ в зрительском фойе и зрительном зале театра оперы и балета. До получения в управление разрешения отведения работ с сохранением объектов в соответствии с действующим законодательством. Здание театра – памятник архитектуры федерального значения. Без разрешения в нем нельзя проводить работы ни внутри, ни снаружи. Сохранение исторического облика было основным условием реконструкции. Однако Владимир Кехман после назначения на пост директора заявлял о своих планах поменять кресла в зале на более удобные. Кроме того, стены в фойе начали красить в морковный цвет. На реставрацию театр запросил у Минкульта 2 миллиарда 200 миллионов рублей. И вот что по этому поводу нашей программе заявил министр культуры Владимир Мединский. Я знаю, что мы выделили средства на завершение реконструкции Новосибирского театра оперы и балета, по-моему, около 200 миллионов рублей. В прессе пишут про какие-то 2 миллиарда, ничего не знаю. И около 200 миллионов. Там, кажется, надо крышу привести в порядок. Здание же огромное, оно сильно больше Московского Большого театра. Крышу, фасады, плюс Кехман за внебюджетные средства, за средства спонсоров меняет обстановку в зрительном зале, меняет стулья, по-моему, ремонтирует буфеты, туалеты. Ну и к другим темам. Правительство наложило мораторий на строительство на земле федерального пользования. Это сообщение убило надежды ученых Академгородка на собственное жилье. Сотрудники научных институтов хотели решить наболевший вопрос посредством создания кооперативов, где смогли бы купить квадратные метры по их себестоимости. Они даже сделали первые взносы. Что будет теперь, выясняла Светлана Шуваева. Дома ученые собирались строить на 4 участках в Нижней Ельцовке и в микрорайоне Ща. Фактически это пустыри, принадлежащие Сибирскому отделению Академии наук. Несмотря на то, что все сотрудники научных институтов уже перешли в Федеральное агентство научных организаций, Саран не против, чтобы его земля досталась работникам ФАНО. Однако в правительстве России посчитали нецелесообразным, это цитата, создавать такие жилищно-строительные кооперативы. Настолько все это вот замешано с этой вот реорганизацией, настолько все запутали, честно говоря. И когда вот читаешь эту бумагу, так вот, значит, становится понятным одно. Вот если бы земля принадлежала ФАНО, проблем бы не было. В правительстве ссылаются на мораторий, обеспечивающий сохранность имущества Академии наук. Ученым предлагают подождать несколько месяцев, пока закончится мораторий. Но люди сомневаются, что и тогда получат землю. Да и цены за это время могут сильно вырасти. Сейчас стоимость квадратного метра для участников стройки была бы почти в 2 раза ниже рыночной. Светлана – научный сотрудник Института неорганической химии, живет в общежитии. С зарплатой 20 тысяч – это единственное, что может себе позволить молодой ученый. Для Светланы жилищный кооператив – практически единственная возможность решить квартирный вопрос. К несчастью, политика и простые люди часто идут порознь. Ну, что тут сказать? Все равно мы надеемся на лучшее, что нас услышат, что нам все-таки позволят вступить в кооперативы и улучшить свои жилищные условия. Комната, в которой живет Светлана, 10 метров. Работать тут невозможно. Кандидатскую девушка писала в лаборатории. Здесь она только отдыхает и может приготовить нехитрую еду. Кухни нет. Душевые в 5-этажном общежитии только на 1-м этаже. Сейчас, пока идет ремонт, работает всего одна, и у нее даже нет щеколды. Если идет мыться женщина, то вот табличку поворачивает вот так, и это женский душ. Если мужчина, то вот так, и он становится мужским. Героиня нашего сюжета живет на 5-м этаже, и сюда мыться не ходит. Покупает абонемент в фитнес-центр и моется там.
В открытом письме руководители профсоюза научного центра называют решение о запрете кооперативов вредоносным. Доступные квартиры – существенный аргумент, чтобы продолжить научную карьеру именно в Академгородке, а не уехать за границу, где и зарплата повыше, и душ не один на 5 этажей. Светлана Шубаева, Алексей Андробаев, новости РЕН-ТВ, Новосибирск. Приемные комиссии вузов Новосибирска сегодня отчитались. В этом году на первый курс поступили 14 тысяч человек. Магистратура, набор еще идет, но уже сейчас понятно, что количество желающих увеличилось, причем значительно. А вот тех, кто хочет получить высшее образование, как ни странно, стало меньше. Все больше выпускников школ выбирают рабочие профессии. Самый высокий проходной балл был по-прежнему в классическом университете, около 80, а для поступления, к примеру, в педагогический достаточно было набрать всего 65 баллов по результатам ЕГЭ, причем средний балл по городу 75. Поступающие в Новосибирской области, ну, во много превзошли вот эти средний балл. 75 – это хороший показатель. С этим баллом все вузы Новосибирской области, я думаю, успешно пройдут мониторинг эффективности деятельности вузов. Тем временем эксперты не устают критиковать систему единых госэкзаменов и основанный на ней принцип поступления в вузы. Дескать, баллы не дают объективной картины подготовки выпускников, и прежде всего в гуманитарных науках. Об этом сегодня заявил депутат Государственной Думы Олег Смолин в Новосибирске. Он посетил несколько вузов, пообщался с преподавателями и студентами. Мы считаем, что введение ЕГЭ по литературе похоронило воспитательную роль этого предмета. А это самое мощное средство воспитание в школе. Никакие проповеди в рамках ОРКСЭ, это называется, да, основы религиозной культуры и светской этики, не сравнимы с воспитательным воздействием литературы. Продолжаем выпуск. Лесорубов-нелегалов задержали в Колыванском районе Новосибирской области. Они пилили сосны средь бела дня по поддельным документам. Причиненный ущерб лесники оценивают в 300 с лишним тысяч рублей. Сейчас идет следствие. Но, как показывает практика, если дело и дойдет до суда, наказание не будет слишком строгим. Почему, узнала Лидия Захарова. Верхушки стволов, срубленные ветки, пни. Нарушители валили лес среди бела дня в открытую. Их услышал лесник, обходя свой участок, вызвал полицию. Люди идут на всякие ухищрения, говорят, что здесь он этот лес лежал, не мы его пилили, просто ездим, смотрим. Вот он лежит, да лежит, думаем, ну что, уберем. Как бы пытается уйти, что не знают. Рубили сосны, так называемую красную древесину, наиболее ценную. Больше 20 отборных деревьев, которым по 120-150 лет. Когда черные лесорубы, или, как сказать, незаконная рубка, выбираются самые хорошие деревья. Потому что, ну, как сказать, ну, человек, он, они заскочили, быстренько убрали, а арендатору, когда уже фактически приходит на этот участок, ему, получается, брать-то нечего. Лесники патрулируют территорию ежедневно. Летом выезжают и по ночам. Светло – самый сезон для нелегалов. Но обнаружить их сложно. У всех связь, телефоны. Завидев патруль, сворачивают работу. Камера реагирует на движение, реагирует на задымление. И каждый такой момент оповещения идет в звуковом режиме. В Колыванском лесничестве 4 видеокамеры. За хвойным лесом наблюдают круглосуточно. Как работают черные лесорубы, на них, конечно, не увидишь. Но обнаружив место вырубки, можно проследить, какие машины проезжали в этом районе. Однако для лесников главное все-таки поймать нарушителей, что называется, с поличным. У нас один из основных показателей – это не обнаружить пни, значит, где проведена самовольная рубка, а обнаружить именно виновников лесонарушений. Возбуждено 18 уголовных дел. По всем делам проводят сегодня расследование. Значит, часть материалов уже ушло в суды для привлечения к ответственности. Но наказание лесорубов-нелегалов не пугает. По оценкам специалистов, на соснах с этого участка под Колыванью они могли за день заработать до 100 тысяч рублей. В этом году в Новосибирской области выявили уже более 50 случаев незаконной вырубки леса. Ущерб около 4 миллионов. Доказать вину нарушителей удается далеко не всегда. Но даже если дело и доходит до суда, черные лесорубы, как правило, получают условные сроки. Лидия Захарова, Дмитрий Кабанов. Новости РЕН-ТВ, Новосибирск. Не переключайте канал и увидите во второй части программы. Пьянству бой. Депутаты предложили продавать алкоголь только с 9 утра до 6 вечера. Копейка рубль не сберегла. Монету вот уже 2 года не чеканят, а цены округляют до рублей. Самые-самые. Какими рекордами сибиряков прирастает книга Гиннесса?
В Новосибирске долги за капитальный ремонт начали взыскивать через суд. Одно исковое заявление суд уже удовлетворил, еще два находятся на рассмотрении. По данным на конец июля, общая задолженность за капремонт в регионе превышает 302 миллиона рублей. Собираемость взносов не выше 76%. А в последнее время некоторые собственники даже подают заявление об отказе выплачивать деньги. Но они, отмечают специалисты, юридической силы не имеют. В Новосибирской области один из самых высоких тарифов в стране – 6 рублей 10 копеек за квадратный метр. И сегодня местные сэры во время митинга передали подписи жителей региона, поддерживающих отмену платежей на капремонт, лидеру партии Сергею Миронову. Их планируют представить федеральному правительству. Жители Новосибирска опустошают полки магазинов бытовой техники и электроники. Рост продаж подтверждают и в интернет-магазинах, и в крупных сетях. Некоторые отмечают невероятный прирост продаж до 200%. Особым спросом пользуется крупная бытовая техника, холодильники, посудомоечные машины и электроплиты. На втором месте смартфоны, планшеты и зеркальные фотокамеры. Причем скупают в том числе и самые дорогие модели. Продавцы объясняют такой спрос падением курса рубля, а некоторые покупатели говорят об опасениях возможного запрета на ввоз импортной техники в Россию из-за контрсанкций. А вот купить спиртное с 6 вечера до 9 часов утра, возможно, вскоре не получится. С такой инициативой выступил член общественной палаты Султан Хамзаев. Письмо с этим предложением уже направлено в Росалкогольрегулирование. Представители ведомства заявили, что сейчас собирают предложение, как в целом повысить культуру потребления алкоголя. Что изменится, если закон вступит в силу, и как отреагировали на эту новость покупатели, узнала Арина Таранюк. Сокращение времени продажи алкоголя уменьшит и количество правонарушений, и уровень, связанный с алкоголизмом, смертности. Покупать спиртное станет неудобно прежде всего тем, кто работает. После 6 приобрести бутылку пива, вина или водки не получится. А каждый день отпрашиваться со службы проблематично. Вот и наступят безалкогольные вечера, утверждают инициаторы проекта. Когда мы говорим про вопрос регулирования алкогольного рынка, когда мы говорим про вопрос сохранения здоровья граждан Российской Федерации, и одна, и вторая сторона пытаются включить определенные эмоции с точки зрения защиты интересов бизнеса или здоровья людей. На данном этапе мы говорим, давайте подумаем и решим, что мы делаем с той ситуацией, которая у нас есть. В частности, это потеря трудовой части населения. Чего хорошего с этого не выйдет? А кто пил, тот и будет пить. Я считаю, что не такими методами надо, скажем так, ограничивать пьянство. Это все-таки должна быть социальная политика, вот, потому что есть люди, которые, допустим, вечером хотят отметить что-то, и, ну, я думаю, что это будут просто сложности. Никакие ограничения на продажу спиртного алкоголизма в России пока не победили. Например, в 80-е во время антиалкогольной кампании резко вырос уровень спекуляции с суррогатом. И теперь, боятся наркологи, история повторится. Если люди не смогут приобретать вечером алкоголь в магазинах, они пойдут к продавцам контрафакта. Это пойдет подпольная продажа, это опять пойдет нелегал, опять это пойдет низкое качество. И так качество алкоголя не самое лучшее, прямо скажем. Здесь пойдет откровенно суррогатное, потому что на этом будут делать деньги многие, очень многие. А вот добросовестным поставщикам алкоголя инициатива грозит миллионными убытками. Притом наркологи уверены, дальнейшее ужесточение регламента продажи спиртного положительно на здоровье граждан уже не скажется. Хотя после того, как алкоголь в Томске запретили продавать с 10 вечера до 10 утра, потреблять его все же стали меньше. Арина Таранюк, Юрий Рылов, новости РЕН-ТВ, Томск. Теперь про деньги. Самые мелкие. Ровно 21 год назад в России была впервые изъята из оборота копейка. Виной всему была инфляция. Чеканка монет влетала в копеечку. Деноминация рубля в 98-м вернула копейке жизнь. Но ненадолго, сейчас ее выпуск вновь остановлен. Специалисты говорят, изготовление денег такого номинала обходится государству в 8 раз дороже их стоимости. О том, почему монеты, не всегда мелочь, в нашем материале. Первая монета, на которой был изображен всадник с копьем, появилась при Елене Глинской. Однако свое название – копейка – она получила только 170 лет спустя, при Петре I. Тогда назвать ее мелочью не решились бы. 2 копейки стоила курица. С тех пор копейка обесценилась, а недавно и вовсе исчезла. С 2010 года ее выпуск в России остановлен. Но на сегодняшний день 7 миллиардов вот однокопеечных монет имеет пока хождение. Их постепенно изымают и уничтожают. В Екатеринбурге там специально на монетном дворе их разрубают на 3 части, и просто идет этот металл уже, просто используются эти денежки как металл.
Однако на ценниках сумму некратную 10 можно увидеть и сегодня. Впрочем, на кассе она округляется в пользу покупателя, потому у кассира однокопеечных монет на сдачу нет. Но теоретически расплатиться ими покупатели могут. Придет человек и решит вот вам рубль дать монетами достоинством в 1 копейку. Вы примете такое? Да, конечно, это его полное право, и мы не имеем права ему отказать. Маркетологи утверждают, на ценниках с копейками предприниматели зарабатывают, и далеко не мелочь. Стратегия некруглых цен – верный способ повысить продажи. Цена воспринимается значительно ниже, чем она есть на самом деле, потому что человек воспринимает именно по первой цифре. То есть, если он видит, что там 4, несмотря на то, что она ближе к 5, может быть, все равно они считают, что она значительно ниже. Возможно, скоро заработать на дефицитной копейке можно будет, просто продав ее. В интернете редкие монеты предлагают купить за десятки тысяч рублей. И желающих полно. Нумизматы говорить о своем увлечении считают опасным, потому и создают закрытые сообщества. Психологи уверены, такое увлечение может быстро перерасти в манию. Это некая такая тяга, да, ну, похожая на ту, которую испытывает там человек, когда он хочет что-то сильно там съесть или выпить, да. То есть, и вот когда человек, когда коллекционер получает то, чем он хочет обладать, он испытывает на какое-то время облегчение и удовлетворение. Впрочем, уникальную монету можно отчеканить и самому. А Амич Вячеслав Петелин продает сибирские рубли и именные монетки, которые делает вручную. Технология древняя, но быстрая. Один удар молота и счастье в кармане покупателя. Люди подходят, выбирают себе интересные монетки, допустим, солнышко в виде смайлика. Потому что хочется, чтобы всегда было в жизни солнечно. Возможно, скоро чеканить Вячеслав будет не сибирские рубли, а сибирские копейки. Для тех, кто соскучится по маленькой серебристой монетке. Екатерина Хлемьязева, Артак Мурадян. Новости РЕН-ТВ, Омск. 60 лет назад в Великобритании вышло первое издание книги рекордов Гиннесса. С тех пор сборник достижений неоднократно пополняли информацией из городов Сибири. Причем не все о них знают. Артем Шишнев о некоторых занимательных фактах из жизни Новосибирска и соседних городов. Новосибирск внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город-миллионник. Чтобы достичь планки в 1 миллион жителей, нашему городу потребовалось менее 70 лет. Чикаго, с которым часто сравнивают Новосибирск по темпам развития, понадобилось для этого 85 лет. Нью-Йорку 250, а Москве все 700. Только за годы Великой Отечественной население Новосибирска увеличилось на треть, с 450 до 605 тысяч. Город принял десятки эвакуированных предприятий. Эти предприятия приезжали вместе со своими семьями, не только с оборудованием, но вместе с семьями. И второй качественный такой вот толчок был в конце 50-х годов, когда в городе образовалось Сибирское отделение Академии наук, и город получил большой приток интеллигентов, ученых. Кстати, проспект Лаврентьева в Академгородке, по версии книги рекордов Гиннесса, самая умная улица в мире. Здесь на протяжении 2,5 километров расположены почти 20 научных институтов. А что касается количества горожан, то до сих пор рекорд по приросту населения не побит. Сейчас Новосибирск – самое крупное муниципальное образование в России и третий по численности населения город в стране. А Мич Анатолий Коненко вот уже не один десяток лет создает шедевры с приставкой «Микро». Бриллиант его коллекции – самая маленькая в мире книга, меньше миллиметра. Это «Хамелеон» Антона Чехова, причем на 2 языках. Когда я ее привез в Америку и показал там на конгрессе, все были, конечно, поражены. И до сих пор этот рекорд не побит. Потому что книгу сделать меньше или чуть-чуть, там это еще можно. Но вот все параметры, которые там заложены были еще в 97 году – до сих пор еще не произведены. Дарья Снежина собирает ярлычки чайных пакетиков из разных стран уже 10 лет. В итоге их собралось столько, что девушка отправила заявку в книгу рекордов. Я уже весь мир собрала. Это Арабские Эмираты, Китай, Европа вся абсолютно. Таиланд, Азия, Казахстан, Украина, Россия. Пока Дарья ждет ответа, она продолжает пополнять свою коллекцию. Правда, делать это становится все труднее и труднее. Потому что уже нету того чая, которого бы у меня не было в коллекции. Потому что в детстве это на самом деле, мне кажется, мне можно работать в каком-то элитном магазине чая, потому что уже разбираюсь абсолютно во всех сортах. В прошлом году в Кузбассе одновременно под воду нырнули 118 дайверов со всей Сибири. По условиям нужно было пробыть на глубине не менее 10 минут. Этот рекорд мог бы претендовать на попадание в книгу Гиннесса, но занесен только в аналогичное российское издание. Все упирается в финансы, просто стоимость регистрации рекордов в книге рекордов России одна, а для того, чтобы зарегистрировать рекорд книги рекордов Гиннесса, она немножко побольше. В 2-3 раза, да.
Следующим летом кузбасские дайверы хотят поставить еще один рекорд – самое массовое ночное погружение. Артем Шершнев, Дарья Тарасенко, Максим Денисов и Максим Кабаненко. Новости РНТВ, Новосибирск. И это еще не все. Смотрите после короткой паузы. Священники отчитывали злостных алименщиков. Будет ли толк? Вишня зеленого цвета, таежная груша и арбузы. Чем удивляют садоводы Сибири? «Три сестры» – спектакль без слов и постановка только для женщин. Что еще покажут краснофакельцы? 97-й год. Ученые клонировали овечку Долли. 2001 год. Американские ученые клонировали эмбрион человека. Такого шанса у нас больше не будет. Не задумываясь о последствиях. Он такой прекрасный. Опасность все ближе. Стой! Незаконно клонировать людей. А это будет не совсем человек. Как теперь исправить то, что натворили? Химера. Сегодня в 23.00 на РЕН-ТВ. На территории областного российско-немецкого дома сегодня установили памятный камень. Так почтили память тех российских немцев, кто не пережил депортацию во время Великой Отечественной войны. 74 года назад, в августе 41-го, вышел указ о переселении немцев из районов Поволжья. Больше всего людей, 125 тысяч, было депортировано именно в Новосибирскую область. И сейчас в нашем регионе живет около 40 тысяч потомков вынужденных переселенцев. Мы надеемся, что этот камень будет символизировать объединение российских немцев как граждан России в дальнейшей жизни, в дальнейшем труде. Проповедь вместо ареста имущества. Судебные приставы пригласили на встречу со злостными неплательщиками священника и представителя центра занятости. Чиновники рассказали алименщикам, как найти работу, а служители церкви о семейных ценностях. Приставы надеялись таким образом по-хорошему повлиять на горе отцов, ведь их бывшим женам в эти дни приходится в одиночку готовить детей к школе. Это минимум 5-7 тысяч рублей. Общий долг по алиментам в Новосибирской области 3 миллиарда рублей. Их не выплатили на содержание своих детей 19 тысяч должников. Правда, признались судебные исполнители, лучший результат приносят постановление о принудительном приводе. С 6 часов стали объезжать и выполнять данные постановления. По документам смотрели, то не то лицо, машина, и, соответственно, доставили управление. Теперь о более приятных темах. Садоводы сегодня хвастались урожаем. Предмет особой гордости сибиряков, не свойственный для наших широт культуры. Арбузы, дыни и виноград. Впрочем, среди всего изобилия наш корреспондент Мария Черешнева отыскала и совсем необычную зеленую вишню и таежную грушу. Вот хорошие эти дачники, которые на своих огородах выращивают что-то не для себя, не на продажу, а для того, чтобы угощать. Причем не обязательно знакомых. В дачной академии сегодня собрались именно такие. Ничего не пожалеют. О, сразу видно, здесь не протолкнуться. Кругом роятся дачники и осы. Но это, наверное, даже хороший признак. Это означает, что здесь все вкусное. Настоящий осенний букет, тут и облепиха, и барбариса, черноплодка, вот рябина, как ее много и какая она большая, сразу понятно. Но это, если верить народным приметам, зима будет морозная. Меня вот сильно заинтересовала груша таежная, она что же, в тайге растет? Нет, это сорт просто груши такой, между прочим, очень вкусная. Таежная, она должна, наверное, кедровыми какими-то орешками отдавать, нет? Ну вот пробуйте. Нет, груша и груша. Песчаная, изумрудная, она такая и должна быть зеленая? Или это она еще не дозрела немножечко? Нет, она совершенно спелая. Вот, можете попробовать. На крыжовник похоже. Да, но это вишня, косточка внутри, как у вишни. Это вишня, да. Очень много самых разных яблок. А вот это, между прочим, не ранетки, это груши такие. Нано-груши. Виноград, по-моему, он же должен в южных широтах расти, а в Сибири его можно вырастить? Ну вот, пожалуйста, вам в Сибири город Обь. Вот. Один из самых холодных таких, значит, микрорайонов, можно так сказать. В Сибири последние годы очень теплые зимы. Вот. И виноград выпривает. Ведь все считают... Это же южное растение, надо его закутывать как можно сильнее, и закутывает, и получается, что сгнивает.
Еще больше, чем сами плоды, мне здесь нравятся названия сортов. Ну вот смородина барнаульская, это понятно. Яблоки бывают стройные, красная горка, смугляночка. Есть даже гибрид номер 4102. А вот оказывается, как много сортов картошки. Тут и внук, и кураж, и внучка, и Кала, и Никита. Средне-ранний, между прочим. Ну, если бы они не были подписаны, я едва ли отличила бы Моцарта, скажем, от Родриго, и уж тем более от минской красавицы. Зимой здесь будут выставлять всевозможные соленья и варенья, но со вкусом вот этих свежих ягод и овощей, только что с грядки, конечно, ничего не сравнится. И даже как-то стало грустно, лето-то заканчивается. Скорее бы следующее. Мария Черешнева, Константин Стремоусов, новости РНТВ, Новосибирск. Три сестры в красном факеле заговорят на языке жестов. Таким образом, режиссер приоткрыл тайну, зачем спектаклю русские субтитры. Именно чеховская пьеса откроет сезон в театре. Билеты на премьеру уже раскуплены. Увидят зрители и мелодраму в двух действиях Жанны. Это история о железной леди, которая не может найти свою любовь. А для самых юных зрителей готовит спектакль «Королевство кривых зеркал» режиссера Анны Морозовой. Музыку к постановке она написала сама. Спектакль обещает красочный и увлекательный. Ну и теперь о погоде на завтра. В Томске, где возмущены перспективы продажи алкоголя только с 9 утра до 6 вечера, 18 градусов тепла без осадков. В Кемерово, где студентам повысили стипендию, около 20 градусов. В Омске, где издали самую маленькую книгу, 17 градусов тепла и дожди. А в Новосибирске, где местные жители скупают бытовую технику и электронику, около 20 градусов, переменная облачность. Ну и пока это все новости. До завтра.